В первой половине текущего года правительство получило из внешних источников порядка 751 миллиона леев в виде кредитов, грантов для поддержки бюджета. По данным Министерства финансов, объем внешней помощи был примерно на 200 миллионов леев выше запланированного Кабинетом министров. Крупнейшим кредитором была Международная ассоциация развития – учреждение, входящее в состав Всемирного банка, которое помогает беднейшим странам мира. Данные Минфина показывают, что эта ассоциация предоставила за первые 6 месяцев помощь в размере 32 миллионов 600 тысяч евро, в том числе около 22 миллионов евро на помощь в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и 10 миллионов 140 тысяч евро для проекта «Модернизация налогового администрирования». В тот же период Всемирный банк предоставил помощь в виде гранта на сумму около 3,5 миллионов долларов в рамках проекта реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с COVID-19. Следует отметить, что помощь выделялась в основном в январе-апреле, а в мае-июне притока внешней помощи для поддержки госбюджета не было. На текущий год правительство планировало получить внешнюю помощь для поддержки бюджета в размере около 6 миллиардов 380 миллионов леев, из которых 5 миллиардов 920 миллионов – кредиты, остальное – гранты. Таким образом, большую часть внешней помощи планировалось получить во второй половине года. Согласно документам Минфина, в последние месяцы 2021 года правительство получит от Международного валютного фонда 2 транша по 92 миллиона долларов каждый. И еще 58 миллионов 700 тысяч долларов будут получены от Еврокомиссии в рамках макрофинансовой помощи «Омнибас», а 50 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития.